Пенсионеры – одна из наиболее уязвимых категорий граждан. Нередко были слышны жалобы на излишнюю бюрократию, очереди и огромное количество инстанций, необходимых для выделения социальной помощи. Пенсионные, собес, всевозможные комиссии. Не каждому под силу пройти все кабинеты и заполнить надлежащие бумаги. В Украине в прошлом году начата пенсионная реформа. Очередной ее шаг – новая форма обслуживания граждан, оформляющих пенсии, которая проходит по принципу единого окна. В одном месте оказывается целый комплекс услуг по пенсионному обеспечению. Здесь принимаются документы для назначения пенсий, осуществления перерасчета для выделения денег невыплаченных пенсий после смерти человека, справки о доходах и многое другое. Тут же граждане и жители сел получают консультации и разъяснения. Такой формат работы удобен как получателям выплат, а это преимущественно люди пожилого возраста, так и обслуживающим их специалистам пенсионного фонда. Жителям города Белгорода-Днестровского и района такая услуга стала доступна с ноября 2013 года. Располагается единое окно по адресу улица Кирова, 28, на первом этаже здания Приватбанка. Единое окно у нас работает ежедневно с 8:30 до 17:30, обеденный перерыв с 12:30 до 13:15. В субботу рабочий день до 14:15. Кроме этого, при управлении пенсионного фонда Белгорода-Днестровского и района действуют два номера горячей телефонной линии – 3-88-37 и 3-68-82. Оператор ответит на все вопросы, касающиеся выплат и начисления пенсий, а также на любой другой в рамках компетенции пенсионного фонда.